мои добрые, мои милые подписчики и случайные зрители. Итак, пришло время делать мне укол. О, сейчас я, короче, открою шприц, наберу шприц. Всем советую, мальчики и девочки, колите себе уколы, витамины. Не болейте. Для мозгов это, кстати, тоже очень полезно. Сейчас я открою. Вот. Свою ампулку. Наберу в шприц. О, нормально. И, в общем, доктор сделает мне укор. О, нормальненько. Приступим. Это что, спирт? А? Спирт. Так а что, рубашку это снимать? Рубашку не обязательно. Ложитесь, пациент. Ага, поняла. Ой, скажите, а это не больно? Пациент, все зависит от диаметра иглы. Скажите, а у вас этот самый диаметр? Лежите, пациент, лежите, не двигайтесь. Это вакцина замедленного действия. Иначе моменто море. Ой, моментально море. Мои добрые, мои милые, значит, после вакцины замедленного действия аппетит разыгрывается зверски. Вот чем я и занимаюсь. Приступаю, короче, к терапии. Приятного аппетита, хорошего обеда и продолжения дня. Mm.